не виноваты они. Верховный суд намерен снять ответственность за комментарии на форумах с владельцев интернет-изданий. Сегодня в первом чтении на его пленуме приняли постановление о практике применения закона о СМИ, которому уже 20 лет. Такие разъяснения пришлись бы, кстати, год назад уральскому информационному агентству «Ура.ру». Его обвинили в экстремизме и вынесли два предупреждения за высказывания читателей на форумах. Хотя они исправно удалялись редакторами сайта, власти посчитали именно агентство виновным в распространении подобной информации.